Мои дорогие зрители, всем привет! И сейчас посмотрим обзорчик игры, новиночки Batman Arkham Origin или Origin. Ну, не суть важно, как бы. Если я ошибусь в названии немного, это ничего не изменит абсолютно. В общем, игра вышла недавно. Я уже чуть-чуть поиграл, прошел 1% карьеры, ну что-то карьеры, не знаю, в общем, игры. Вот что я могу сказать сразу по игре. Ну, игра подойдет больше подросткам, да, сразу так скажем, потому что это комиксы, и все, наверное, в детстве смотрели Бэтмен, Человек-пауки, такие, ну, фильмы, они не особо серьезные, как бы, ну, прикольные. Поэтому, ну, больше, наверное, игра сделана для детей, хотя, кто знает, может, кому-то и понравится взрослым там поиграть, почему нет. У всех вкусы разные, как бы. Вот. Что еще могу отметить? Графика здесь, ну, неплохая, как бы, обычная, вот сейчас на средних настройках стоит. Разрешение экрана на максимум стоит 1920 на 1080, да? По-моему, так оно считается. Вот. А сама графика настройки, они средние. Вот. Как бы мог бы, конечно, максимум поставить, но боюсь, что будет видео тормозить. Как бы игра мне не покажет здесь, что игра у меня притормаживает. А вот запись видео может некорректно происходить, поэтому опасаюсь я. Пусть будет на средних. Вот. Что еще могу отметить по игре? Ну, графика, я уже сказал, нормальная. По игре мне понравилось здесь драться. Здесь сейчас я, наверное, покажу, будем идти драться. Здесь очень прикольно все сделано в плане драк. Что тут? Ну, куда? Так, в общем, здесь маленько непонятный сюжет. Почему непонятный, как бы? Потому что игра не русифицирована. Тут как бы титры на русском, а в основном разговаривают на английском языке, поэтому... Куда? А, вон дверь. Поэтому сюжет, ну, не особо понимаешь. Вот, мы гоняемся за ним. Да, динозавр, рептилия какая-то. Сейчас я вам покажу. Да ладно, что тут делать? Эй, успокойся, хорош. Стой. Да блин, подожди. Опа. Оп, не успел. Пошли, пошли, пошли. Ага.
Так, стой, тормози. Так, 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 так. Оп, оп. Не, ну вот. Я его никак не добью. Что-то тяжко вообще. Уровень. Надо сначала вот этих убить. Они мне мешают. Оп. По-моему, сейчас меня убьют. Да затрахать, сколько можно. Может, не в меня кинул. Меня убили. Да иди нахер. Ну все, давай, давай, давай. Не, ну почему не работает уклонение, это ебаное? Это его жизнь, я так понимаю, а мои там. Да ебанись. Не, ну вот эти твари здесь пиздец как мешают и... Да. Сейчас еще раз проигрываю и нахуй выключаю. Выключаю все. Блять, за говно вообще, ебать. Давай, блядь. Почему меня-то ты кинул, сука? Ебать, ну ты уёбок, а? Да какого хуя? Да ебать, иди нахуй, слышишь? Заеб меня.
Ну что, обезьяна ебаная. Короче, хуйня полная.